Выбить пушку или колодец, затратив при этом как можно меньше бросков. Несколько десятилетий назад городки по массовости не уступали футболу или хоккею. Площадки для игры были оборудованы на стадионах, фабриках и заводах. Надеясь возродить традиции, лениногорские ветераны открыли первую в республике закрытую площадку для городков. Данная площадка была оборудована общими усилиями. Надо отдать должное депутатам городского совета, которые одну площадку. Ингаду Лениногорскнефть, которая выделила линолеум. И ветеранам спорта. Помимо старожилов, интерес к городкам проявило и молодое поколение. Еженедельно здесь тренируются старшеклассники одной из школ. Занятия бесплатные. Главное – это передать опыт подрастающему поколению, говорят ветераны. Сегодня, чтобы оторвать их от интернета, оторвать от телефона, который они непрерывно играют, не получая никакой пользы, кроме вреда. В дальнейших планах городошников устроить соревнования среди школ. Андрей Шульга, новости Татарстана. Стал очевидцем события и хочет, чтобы о нем узнали? Присылай фото и видео, а также вступай в нашу группу ВКонтакте «Мобильный репортер 24».